Всем привет, дорогие друзья! Поздравляю вас с Рождеством! Желаю вам всего хорошего в этот праздник. Мы собираемся сейчас ехать отмечать Рождество к моим родителям. И вот, пока мы собираемся, я решила вам немножечко тут записать ролик, поболтать с вами. Вот я сейчас нахожусь в своем практически дворе, там вот мой дом. Это наше городское озеро, по которому мы вчера гуляли. Я писала везде, и ВКонтакте, и в Инстаграм, о том, что классно вчера погуляли. И как было красиво. Я хотела поснимать вчера, но при Диме мне не очень удобно, потому что ему это не нравится. По поводу угля. Я писала то, что я начала пить уголь. Сегодня второй день, как я пью уголь. Хочу предупредить, потому что пошли комментарии, что вы со мной вместе. Пить надо натощак, по той схеме, которую я провела ВКонтакте, ну и в Инстаграме тоже. Пить надо натощак за полчаса до еды. То есть утром встаете, выпиваете, потом через 30-40 минут только можно что-нибудь покушать. Имейте это в виду, я не написала, но я как-то не думала, что вы пойдете вместе со мной. У нас сегодня минус 20 градусов, даже не может быть ниже. Холодно. Ну, не так сильно холодно, как бывает у нас в Сибири. Но вот, видите, пар идет. Я не знаю, видно, нет. Пар идет изо рта. За время, пока мы сидели дома все эти дни, вот вчера только выбрались погулять. А так лучше будет видно. Выбрались погулять только вчера, очень классно погуляли. Где-то, наверное, часа два пешком шли вдоль озера. Дошли до моих родителей. До этого мы сидели дома, смотрели фильмы. Я вам рекомендую посмотреть фильм-сериал «Мир Дикого Запада». Очень классно, очень интересно. Такой психологический фильм о том, кто мы такие. Лыжники вот по озеру ходят. Я тоже писала вам, что я жалею. Я очень хотела, чтобы у меня были лыжи, купить себе лыжи в этом году. Но как-то вот я не купила, в общем, жалею. Мне кажется, было бы классно, если бы я каждое утро вставала, шла на лыжах. Тем более погода была классная, только вот в этот раз похолодало. Как раз через пару дней уже выходить на работу. Но висит месяц, я не знаю, вам, наверное, не видно. Просто сейчас заметила, решила сказать. Как всегда, сумбур в мыслях. Я не готовилась к этой записи, поэтому я вас еще раз поздравляю с Рождеством. Желаю вам всего самого теплого, доброго. Отмечайте праздник с семьей. Угу. Вчера мы еще в баню ходили, вот об этом тоже надо хотела сказать. И гадали. Обычно я этим не занимаюсь, гаданием. Но вот вчера в компании женщин мы выливали воск. У меня какая-то бракозябра непонятная получилась. Я спрашивала тоже вам, вас в постах своих, может быть, вам что-нибудь это напомнит, помочь мне расшифровать. Но я, наверное, на этом буду прощаться. Всем пока, хорошо вам отметить праздник. Рада была с вами увидеться. Обещаю, что скоро займусь своими видосиками про путешествия. Все доделать надо, очень хочу это сделать. И хороших вам последних каникульных денечков. Всем пока, счастливо.